Здравствуйте, друзья. Задают вопросы неоднократно. Вот вопросы, что как не бояться ударов? Ну, на самом деле, не бояться ударов – это невозможно. Если человек не боится ударов, то это к доктору. Вот, умный опасается. Вот такая поговорка, присказка. Не бояться ударов прямых там, или боковых ударов. Да, вот, кстати, как не бояться боковых ударов? В принципе, на самом деле, технически корректно исполненное ударное действие является защитным действием. То есть, что при прямом ударе, что при ударе сбоку, закрывается плечом, подбородок, то есть минимальное раскрытие. То есть это если корректное действие, конечно. Раскрываясь, замахиваясь, естественно, организм понимает, что его могут здесь ударить, и поэтому где-то не дает ударить. Боюсь себя бить. Почему не бьешь? Да я боюсь. Ну, боишься ты не потому, что ты боишься, а потому что немножко с техникой как-то нужно подработать. Какие-то моменты, может быть, есть. Скорее всего, я же ничего не знаю. Вот. Ничего личного, как говорится. Кстати, вот на моих курсах мы разбираем, да, технику удара, как бокового, прямого, снизу удара. Круговое движение, не разгибание локтя. Если вы опустите руку, вы станете шире, вам придется наклоняться, вы не сможете это сделать. Так что жмите колокольчик, вступайте в команду, как говорится. Ссылка на курс в описании видео, пожалуйста, внизу. Посмотрите, кому интересно. Мы старались. Все просто, мозг наш завязан. Если я бью вот так, конечно, я башка открывается. Бьет кулак, передо мной идет, закрывает подбородок, голову. Уже техническое корректное действие, оно позволяет вам, так сказать, перебороть этот инстинкт самосохранения. И все-таки, как дать? Все. До встречи. С наступающим.